друзья, показываю вам гостиницу Palmet Resort в Кемере, которая находится на первой линии. Рядышком с ней гостиница Алкачлар в Кемер. Значит, сейчас покажем вам территорию, возможно, успеем посмотреть номера. Если пустят, еще покажем и пляж. В общем, смотрите видео до конца, все будет. Вся необходимая информация будет в этом видео, чтобы понять, что же представляет собой гостиница Palmet Resort. И первое, в чем мы с вами разберемся, это с расположением данного отеля. Значит, отель расположен именно в самом городке Кемер, примерно в 55 километрах от аэропорта Анталии. Групповой трансфер будет составлять в среднем около 1 часа, иногда может быть чуть дольше, в зависимости от того количества отелей, которые будут у вас по пути. За индивидуальный трансфер говорить ничего не буду, так как туристы, которые рассматривают такую категорию отеля, как правило, никогда не задумываются за индивидуальный трансфер и никогда не готовы за него доплачивать. Самое важное и самая положительная особенность данного отеля — это в том, что он находится на первой линии именно в самом Кемере. Кстати, до центра Кемера, где находится вся основная инфраструктура, то есть магазины, бутики, торговые центры, дорога будет составлять примерно 10-15 минут. Поэтому расположение у этого отеля, можно сказать, одно из лучших в Кемере. С одной стороны все рядом, с другой стороны нет этой центральной суеты. Еще одна особенность его в том, что это самый дешевый отель категории 5 звезд в Кемере на первой линии. А вот этот показатель сказывается абсолютно на всех услугах данного отеля. Особенно это заметно на сервисе и качестве данного отеля. И, кстати, некоторые четверки, которые расположены тоже в Кемере на первой линии, будут качественнее. Но и цена этих четверок будет выше, чем в этом отеле. Так что показатель цены, друзья, очень сильно влияет на качество вашего отдыха. Так, друзья, сейчас показываю вам территорию гостиницы Palmet Resort 5 звезд. И сейчас мы идем в сторону пляжа. Сейчас мы увидим, какие же здесь есть развлечения, собственно говоря, для туристов, которые отдыхают в этой гостинице Palmet Resort 5 звезд в Кемере. Здесь есть пара горок, есть сосны, есть пальмы. Это очень хорошо, что есть сосны, и, собственно говоря, они создают тень. В тени это очень комфортно находиться, особенно если вы выбираете гостиницу в Кемере в июле или августе месяце. Это очень важный нюанс, друзья, чтобы была зелень на территории гостиницы. Зелень, которая создает тень, и еще под этой тенью можно спрятаться от палящего солнца в июле или в августе месяце. Кстати, территория отеля небольшая и составляет всего 30 тысяч квадратных метров. Для пятерки это, ну, совсем, можно сказать, маленькая территория. Но учитывая, что это Кемер, это небольшой городок, то и другие отели не могут похвастаться большей территорией. И, в общем, всего на территории есть один открытый бассейн, один закрытый бассейн, есть один а-ля-карт, он платный. Но при проживании более 7 ночей, один раз по предварительной резервации, туристы могут посетить а-ля-карт бесплатно. Баров тоже немного, их всего 2, один в самом отеле и второй возле бассейна. Развлечения отель организовывает собственной анимационной командой, которая проводит дневные мероприятия и вечерние шоу-программы. Привозных шоу в этом отеле не бывает, да и быть их не может из-за стоимости отдыха в данном отеле. Кстати, Wi-Fi тут есть бесплатный, но он только в лобби. Естественно, качество интернета тут будет очень примитивное. В номерах Wi-Fi есть, но только за доплату. Так, друзья, сейчас вы видите перед собой пляж гостиницы Palmet Resort 5 звезд. Значит, пляж полностью галечный, буквально там небольшая кромка песка перед платформой. Галька среднего размера. Ближе к входу здесь уже начинается мелкая галька. Ну, стандартный вход в море
мелкая галька, несколько метров дальше крупнее галька, в принципе пологий ход и идеально чистая прозрачная водичка. А вот так вот, смотрите, выглядит гостиница Palmet Resort и ее территория, если мы стоим на пляже и смотрим на территорию гостиницы. Шезлонгов, зонтиков, в принципе, здесь должно хватать для туристов, но если будет построен и введен новый корпус в эксплуатацию, то, конечно, может быть некая нехватка шезлонгов и зонтиков. Насчет питания. Учитывая стоимость отдыха в данном отеле, можно сказать неплохое. Но есть одна особенность, особенно которая касается обеда. Вместо обычной нормальной продолжительности в 2 часа, которая представлена в большинстве отелей Турции, продолжительность обеда в отеле Palmet Resort Beach составляет всего лишь 1,5 часа. И очень часто в ресторане во время питания бывает очередь. Кстати, не только в ресторане, а также это касается и баров. В общем, обязательно напишите в комментариях под этим видео ваше мнение по питанию, если вы уже отдыхали в данном отеле. Так, друзья, показываю вам категорию номера стандарт с видом на море в гостинице Palmet Resort 5 звезд в Кемере. Значит, санузел, компактный санузел. Здесь в номере все чистенько. Так, вот это вот в самом низу, ребят, вижу плесень. Ну, остатки плесени, ну, то, что вижу. Естественно, вся комплектация полотенчик. Есть косметика вот такая. Есть, естественно, фен. Дальше, что у нас здесь? Есть две раздельные кровати, телефон, телевизор. Маленький, очень небольшой. Мини-бар. В мини-баре у нас две водички, один сок. Не знаю, сок может быть просто остался. Скорее всего, я так понимаю, пополнение концепции нужно смотреть. Так, сейф есть. Сейф у нас платный, по-моему. Так, балкон. Балкон вполне таких немаленьких размеров. Есть стулья, пару стульев. Есть небольшой столик. Пепельница, можно покурить, посмотреть на море вечерком. В общем, вот такой вот номер в гостинице Palmet Resort 5 звезд с видом на море. Так, смотрите, друзья, это была краткая информация по гостинице Palmet Resort 5 звезд в Кемере. Показал вам территорию, показал вам номер. Есть один нюанс, очень важный нюанс у этой гостиницы, о том, что не все номера в этой гостинице в хорошем состоянии. Поэтому, друзья, реально все нюансы, то, что смог, вам я показал. Те недостатки в этой гостинице я тоже вам постарался показать. Еще один номер нам получилось краем глаза по пути посмотреть, но снять его на видео у меня не получилось. Смотрите, значит, поэтому учитывайте эту информацию при выборе. Если вы будете выбирать эту гостиницу, Palmet Resort, и чтобы потом не получилось так, что номер у вас будет не очень хорошего качества. Естественно, прошу вас всех в комментариях написать ваше мнение по этой гостинице. Всем туристам будет полезно знать это мнение. Вот. Так что смотрите видео, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем только отличного настроения и хорошего отдыха. Пока-пока.